Приветствую вас. Совершенно очевидно, что здесь у вас замешана, скажем так, сфера ваших потребностей. Лично сфера ваших потребностей здесь замешана, да, то есть нужда, такая нуждаемость в этой девушке, несмотря на то, что чувств у вас к ней нет. И, соответственно, если необходимо, это в первую очередь разобраться со своими желаниями, да, со своими потребностями, вот, понять, определить, что вы хотите, что вам нужно, вот, в чем вы нуждаетесь, ну, конкретно в чем нуждается. Вот. И, соответственно, тогда уже будет более-менее вообще понятно, что вам нужно. Да, тогда уже можно будет, ну, более-менее о чем-то говорить. Вот, сейчас, говорить, к сожалению, особо не о чем, вот, потому что вы, ну, озабочены, скажем так, привычкой, вы озабочены такой вот, ну, таким подтверждением своих привычек, сохранением своих привычек. Вот, я вас в этом плане могу понять. Достаточно легко могу вас понять, но проблемы ваши, конечно, это не решат, безусловно. Поэтому тут нужно разбираться в том, чего вы хотите от девушки, что она вам дает, и тогда уже будет вам гораздо проще и яснее, вот, что как происходит и почему. Вот. Опять же, понятно дело, что при условии, если вы хотите этого всего. То есть, если вы этого всего не хотите, то, соответственно, говорить тут особо не о чем будет. Вот. То есть, чтобы вы имели адекватное представление о том, что происходит, да, я хочу сказать вам, что, как бы вот, то, что делать вам в этой ситуации, решайте вы, и только вы, и больше никто. Что делать в этой ситуации? Решайте вы. Ответственность за эту ситуацию несете также вы. Что, на мой взгляд, вполне справедливо. И спросите себя для начала, да, чего вы хотите для девушки. Ну, хотите ли вы для нее вообще чего-нибудь, вот, или нет. Простите, чего вы не хотите для себя. Вот вы говорите, что я не могу свою жизнь представить без нее, без девушки. Ну что это значит, что вы не можете представить свою жизнь без девушки? Вот. Это означает, на мой взгляд, это означает то, что вы без
Неужели не видите, ну, какого-то вот такого, может быть, смысла жизни, вот, может быть, чего-то еще. Так или иначе, в этой ситуации тоже нужно разобраться. Возможно, вы сможете увидеть, что вам важно по-настоящему. Возможно, вы сможете увидеть, что вам ценно по-настоящему. Вот, возможно, вы сможете увидеть, чем вы нуждаетесь. Вот. И так далее. То есть вариантов здесь достаточно много. Это то, что я могу вам сказать, опираясь на то, что вы, вот, собственно говоря, пишете, опираясь на то, что вы нам даете, собственно. И дальше уже можно будет вам что-то порекомендовать. Ну, совершенно очевидно, что у вас что-то вроде такой привязки, вот, к девушке. И совершенно очевидно, что больше вы в ней нуждаетесь, вот, ну, очевидно, что вы в ней очень сильно нуждаетесь, вот, совершенно очевидно, что себя вы, вот, в какой-то степени обесцениваете, что, конечно, на мой взгляд, вообще не является приемлемым, вот. Совершенно не является приемлемым. Потому что вы девушкой пытаетесь заместить то, что вам, ну, то, чего вам не хватает, по большому счету. Вот, это, конечно, негативно. Негативно сказывается на вашем, например, и позиционировании себя, и то, как вы себя там, например, воспринимаете, и так далее. Со всем этим есть определенные трудности, к сожалению. Вот. Ну, я так, по крайней мере, думаю, что есть определенные трудности. Конечно, вы можете с этим поспорить при желании. Вот. Совет. Совет. Советы здесь не помогут. Вот, от слова совсем. Вот, именно советы здесь не помогут. Здесь нужна именно работа. Вот. Вот, работа по корректированию ваших представлений о себе. Вот, об этом по восприятию себя, по корректированию восприятия себя. Вот это
очень важно, если мы хотим вам помочь. Это очень важно. Это очень важная история для вас. Вот. Вот. Это то, что я могу вам ответить. Это то, что я могу вам сказать. Собственно, вот. Такая история. Примерно. Примерно. Такой аспект. Я надеюсь, что все это вам было полезно. Надеюсь, что все это пойдет вам на пользу. Вот. Потому что хотел бы, чтобы у вас все наладилось. Вот. Хотел бы, чтобы у вас все было хорошо, чтобы там, условно говоря, не мучили ни себя, ни свою девушку. Вот. Ну, опять же, чтобы это было возможно, да, необходимы некоторые ваши усилия для этого. Вот, если усилий вы прилагать никаких не хотите, то ситуация не изменится. В ближайшее время никак. Вот. Ибо простите, с чего ей меняться. Да? Вот. Если человек, то бишь вот в данном случае вы ничего не делает для того, чтобы ситуация стала другой. Вот, я вас ни к чему не принуждаю, я вас ни в чем не обвиняю, вы не подумайте ничего плохого про меня. Вот, но если вы хотите как-то вот себе разобраться, то давайте будем разбираться. Вот. Знает ли девушка, например, о том, что вы, значит, ну, что вы чувствуете. Знает ли девушка, что вы, ну, что у вас нет к ней чувств по сути. Вот, если знает, это одно. И если не знает, это другое. Да. А готовы ли вы ей, например, там, это сказать, например. Вот, ну и такой ответ можно вам к большому счету дать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Обращайтесь к любому специалисту, если понадобится помощь. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.